Всем привет, мы играем в Папипл Тап. В эту игру играем первую часть и вторую. Давайте начнем. Начинаем. Короче, все, без баловни. Просто начинаем играть игру по пиплой той. Пропускаем эту конец плохую. Птю, уже все. Как говорится, интерес уже пропал. У меня видосы снимать. Ну, чё-то всегда мне стало скучно записывать ролики. Интерес начал пропадать. ФПСика мало-то. Там, это значит, нужно... Вот, в 90. Не. Не, пусть будет Басик. Ну, блин, давай. О, нормас. Так, что у нас? Так, что у нас тут за паровозик? Так, красно-желто-розово-зеленое. Или зелено-розовое, желто-красное. Проверим. Зелено-розово-желто-красное. Ага. Идем. Пока послушайте, посмотрите эту часть без шума. Я пока Басик поставлю, Жаукай. Ну, сука, получше, ну, пиксели. Не, если я поставлю Укай, ну, а здесь я поставлю по Басику. Ой! Жопу. Вот тут я Ой, нет, вот тут я прибавлю. И все. Пойдет? Господи. По 30. Ой, не. Так не пойдет. Все по Лубасик убираем. Все по максимально мало. Здесь я поставлю не Бабасик. Ну, так пойдет. Иногда подлагивать. Но, пофиг. Досик. О, спасибо за руку. Ой, сколько пытался снять про это, никак не получалось. Вот она, эта мразь. Там у нас еще за нами гнаться будет. Подключаем. А, точно, я сейчас забыл все. Я забыл все, я не помню, что нам... А, ну да. Вроде нам надо сюда идти. И еще... Ну, его ж не рука была. А!
Ой, я уже все не хочу в это играть. Я только начал, уже обосрался, хотя я об этом знал. Мы сегодня не будем смотреть кассеты. Просто я не хочу. Так, а сколько я их взял? Раз, два, три, четыре. А, у меня все уже. Ну, это значит и хорошо. Спасибо за две руки. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, я уже не помню, как подключать здесь. Вроде вот так. Там вот так. Как-то потом пройти вот... Нет, не сюда. Вот так, потом... Так. Это что такое? Я не пойму. Ой, я куда-то еду. Я игрушка. Живая только. Давай, давай, давай. Давай. Тут что-то с ВПСиком. Что-то с ВПСиком в этой локации. Что с моим родным ФПС? Скажите, пожалуйста, почему он под 50 должен уже под сотку? Он у меня под сотку. Так, правильно подключил. Так, потом как? Вот так делать. Блин, нет, не надо ее пожалуйста подключать. То есть вот такой, вот так. Ага, вот так. Потом вот так. Ой, нет. Вот, нет, вот так. И вот так. Ну, я ж нажал.
Прикинь, игрушка наша. Давай. Давайте все проверим, это работает. Просто так допустим для прикола. Ставлю. Вот и сколько нет. Ай, задница. Так, как делать? А, вот он. Заденешь? Да ты ее откинул просто. А, ко мне-то зачем? Так, туда, сюда. Туда. Там, туда. А, сюда. 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 Залазит в дырку. Вперед. Быстрей. Так, так. Разворачиваем. Так, сюда вроде. Оп. Ой. Ой. Ой, открывайся. А, ага. Так, давай. Оп, оп, давай. Полетел. Полетел, называется. Какая большая. Это вообще безопасно? Вроде у меня должна даже без переходки сразу начаться вторая. Не знаю, я как-то файл совместил. Драйво. Смотрите, появилась кнопочка loading. А что у меня с графика на максимуме? И поменялся интерфейс. Дождикам, если нам поставить не на best, а на хик. Если на хик поставить, то тоже нормас. Главное, не лагало именно где-то
попе говорить. Карта не прогрузилась. А, не прогрузилась. Здорово. Пошла в жопу. Я думал, ты нас убить хотела. Ты нам наоборот помогаешь. Где-то в чем-то подвох. Подвох в том, что ты серийный убийца. Да как-то правильно ее вставить вот так. Оп. Ну вставляйся. Давай. Во. Все. Ах ты скотина. Я тебе сейчас лестницей кину, сволочь. Давай, я хочу домой. Так сейчас к тебе залезу, сволочь. Ты куда пошла? А меня? А меня? А меня как? Эй, блин. А, вот ты. А, в общем, мне дали. Ура, фух. Это он меня хотели убить. Это попе хотела меня закрыть и здесь пытать. Ну, как вот ты еще выскакиваешь? Я тебя вижу. Или как она там переводится? Все. Вот! Фух, я допрыгнул. Мне не нравится, как она песенку свою поет. Привет, Поппи. Что тут такое? Лейса. Мамаша какаша ее украла. Электричество починить. Далее фатня. Гэм Стайшн. Я хочу попробовать, чтобы она украла у меня целых две руки. Ах ты скотина. Падла. 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 Ты падла. Нет, с такими настройками не... Прям что-то я посмотрел. Неинтересно играть вот с этими интересными. Только с 30. Если убрать вот эти галочки, что будет? Вроде ничего не поменялось. Теперь ставим синюю руку, должна открыться дверь. Анда. Так, это Гэмптейшн, да? Кого мы тут не видим? Не знаю ни на кого, но тут темнота. Сейчас что у нас будет? Москваги или Стейтус или Музикл Мэмэй? Я не знаю. Пока сейчас у нас игра-то будет. Все, давайте послушаем. А, геймстей. Fun games to play. These
It'll test show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing Musical Memory. Musical Memory. А где там Musical? Musical Memory. А, то есть... А, это цвета? Цвета. Лампочки загорелись. Фу, прозрачные. Прозрачные. Я пойду это. А! Можно как-то пропустить, что ли, как-то? А, нет, нельзя пропустить. Видите, это закрыто. Я когда в первый раз скачала, ну да, так и говорила, но у меня багная какая-то была. Да я ее скачал. Что с тобой? Отлагивай давай! В чем у меня шарики зависли в воздухе? Во! Краски-то и нету. А я не знаю, это фабрика рабочая или заброшенная? Я не понимаю. А будет Musical Memory. Да, вот здесь вот можно как-то пропустить. Оп. Ну, только как сюда запрыгнуть? Вот так оп, что ли? Оп, оп, оп. Что-то сюда еще надо, что ли, поставить. О, ведерко. Давай ведерко. Да, ведерко. Давай ведерко. О, ведерко, ведерко. Стой так прям. Хорош. Шансы прям есть. Шансы есть. Шансы. Шансы. Шансов мало, но шансы есть. Прям сюда. Оп, опачка, нифига себе. Оп. О, нет. Нет! Нет! Дебильный ящик! Добаловался, блин! Добаловался, World Game. Хоть бы не сначала, хоть бы не сначала. Мне руку заново делать! Сейчас едем шариками, все нормас. Забрал статую. Я не буду баловаться. Ну так заново придется сделать. Чувствую. А, вот он появился.
сейчас будет игрушка. Playtime. Welcome to Musical Memory. Musical Memory. This advanced memory. Нас снимают на телевидении. Всем привет. Is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. Bunzo, где Bunzo? Bunzo нету. Это обман. Bunzo will rise back up. Я блядь, не могу ее теперь выпустить. Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The почему? А у меня не убью, пипец. With longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Не получилось, фух. Сейчас мамаша какаша будет. Только где она будет? Она что, через колонки нам говорит? Только я нигде не видел колонки. А, вот ты где говоришь. Я все думал, что... А! Нет! Ты че его спускаешь? Я думал, он меня сейчас убьет. Где? О, грин. Грин, ред. Green, red. Green, red. Red. Blue. Green, red, blue. Ух! Пронесло. Green, blue. Green, blue, yellow. Green, blue, yellow, red. Green, blue, and red. Green, blue, yellow, red, red. Green, blue. Green, blue, yellow, red, red, violet. Green, blue. Фух, я думаю, что-то неправильно сделал. Что-то неправильно сделал. Блум, предпоследний. Блу Дэйм Хорт. Чё? Куда она за текстуру улетела? For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up.
Так. Первую бумажку пароля. Нам таких три не надо. It's okay though. Mommy knows other ways to live. Ну как она сломалась-то? Давайте послушаем крики мамки. Как она на Бонзе орёт. Доползти до какого-то момента. Тихо, тихо. Вот тут где-то, вон там где-то должно. Вон там быть, вот здесь. Нет, вот тут. Вон там, вон там. Вот они. Она Бонзе бьет. Это что он нас не убил. Тьфу ты, видите, карта не грузится. Надо поставить на пару. Ага, все, прогрузилось. Мячик-то чё, офигел? Оп, оп, я надеюсь. А, то есть он поставил здесь эту ворота, чтобы... понятно. То есть он убрал вот эту штуку, чтобы можно с помощью мячика. Статую не будем подбирать. Да, и вот эта штука поднялась. Так, короче, поднимаем. То есть поднимаемся вот так. Туда вот так. Так, и потом вот так. Ой! Так.
Так, тут статуя, заметьте, прототипа. Стандарт, вот это моя самая нелюбимая игра. Я ее так ненавижу. Что она сложная. А я пройти не могу, потому что у меня реакция плохая. А? Welcome to Wakawagi. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. Что там делать? One comes out. Huggy Wuggy, увидим, стреляем по нему, понятно. Так, сейчас я прикручу так. Так, все тренируемся. Хоп, потом хоп, потом еще хоп, хоп, потом хоп, хоп, потом хоп, 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 хоп. Пошел в жопу. Так, хоп, так, так, потом видим тут. Вот, он еще тут лезет, он еще сзади, хоть сюда, 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 сюда. Ой! Включай свет-то. О, сеттинг. О, вот яркость. Вот так с этой яркостью нормас. А где там мразота? Вот она. На! Я вас мразота уже побью своими ручками. Отслепаю. До такой степени, что вам так не поздоровится никак. Как вы и мечтали. Я сосредоточен. И ни один Хаги-Ваги мне бошку не свернет. На, сволочь. Где вы? Вот она! Вот ты! Вот на! Куда мы лезем? Куда? Куда мы? Куда мы лезем? Чего у вас так много-то? Вас солить? Вас что? Фух! Она сказала, ой, он победил. Ты падла. Давай мне пароль. Скотобаза. И он, знаете, ни один, даже я ни один раз ты не зарычал. И то, где дырки наверху. Давай, давай, хоп. Опа, хорошо, залетели. Вот слышно прям эти хаги-лаги.
Ладно, что, можно вот тут закончить уже. Что уже, сколько долго мы уже играем. Прям здесь уже можно закончить. Всем спасибо за просмотр. Ну, если я выложу вторую часть, чтобы видео не было очень длинным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.